в таком положении. Вот, я теоретически, мы с Анной вот это поняли. Причем интересно, что вы, когда объясняли, мы сразу принимали. Ни у нее, ни у Ани, ни у меня не было противоречия. Вот в этом разница. Не было совершенно. Не было. То есть здесь должна быть четкая схема, какой стих за каким и в каком стихе выделить главное место и увидеть, по ней увидеть, приняла ли она это. Нет, я не назову, заново возвращаюсь через два стиха вперед и опять медленно, опять подвожу, но уже с другой высоты. И они все это приняли. Все приняли сразу. Крест, Гена снял крестики мне, его вот так вот одел. Я тут же сразу, я пришла домой, я с этой беседы уже с крестиком, а родители же против были. Я только зашла, я пришла уже поздно. Мама спрашивает, где была. Ну, была у Ани там. Вот, а вы уже с ней беседовали до этого у меня дома. Она уже знала, что православные приехали. Вот, и она один вопрос только задала. Ты уже, наверное, крест одела? Надо же, она у меня свитерок вот так вот был, не было видно. Ни этой веревочки, ни цепочки, ничего, ни крестика, материнское ничего. Материнское сердце. Вот так вот, все, закрыто полностью все. Было закрыто. Она первый один вопрос задала. Ты уже, наверное, крест одела? Я говорю, да, одела. А потом, конечно, сильно родители меня прижимали. Ну, ничего так. И все это позади. Да, это, конечно, да, что-то. Вот. Все это, конечно. Анна-то, наверное, задержалась или не придет? Поздно уже совсем. Нет, она уходит любое время. Может, позвонить ей на... Позвони, попробуй.